Профессиональные тренеры и врачи работают согласно разработанным профессионалами программам. Ребята с ограниченными возможностями по здоровью, а также с ослабленным зрением и слухом, занимаются на одном ковре со спортсменами, входящими в состав сборной команды курорта и края по борьбе самбо и дзюдо. Занятия проводятся бесплатно. В минувшие выходные мастер-класс провел заслуженный мастер спорта России Дмитрий Лебедев вместе со старшим тренером Сочинской Федерации Ольгой Авдеевой. С ребятами проводилась работа по улучшению двигательной функции и эмоционального состояния. Показал те приемы, которые помогали мне на соревнованиях в своей спортивной карьере. Надеюсь на то, что адаптивная самбо поможет детям, что они станут здоровыми, они найдут новых друзей и присоединятся к нашей большой семье самбо. В октябре в Сочи пройдет вторая по счету самбониада среди детей с ограничениями по здоровью, а в ноябре начинающие спортсмены представят свои показательные выступления перед высокими гостями на чемпионате мира по самбо во время торжественной церемонии открытия.